Всем привет! Сегодня будет рассказ, как сделать подставки под горячее. Материал надо обязательно сушить. Вот эти вот спилы. А то они растрескаются. Обязательно надо сушить сначала просто на улице, а потом именно в помещении при нормальной влажности. Вот этот спил треснул. Из-за того, что получается он был самый-самый ближайший к запилу, когда дерево запиливали. И он треснул, вот он, у него трещины уже изначально были. На самом деле. А это вот остальные запилы. Они не разлопались. Вот берем запил такой. Первую операцию, которую будем делать, это просверлим отверстие для того, чтобы подставку можно было вешать. Сверлить будем вот таким вот сверлом. Эту штуку я все время теряю, поэтому ее привязал. Если использовать перьевое сверло, то тогда будет скол обязательно, даже если заготовку переворачивать. Теперь я хочу показать то, что это вот первые мои запилы. Видите, какое расстояние? Это все получается из-за того, что там влага была, рассохлась в квартире. Поэтому, чтобы этого избежать, надо, чтобы заготовка была высушена при тех условиях, при которых она впоследствии будет эксплуатироваться. Сушил примерно 2 года. Первый год просто были запиленные бревна и лежали на них, не капал дождик. Потом я их распилил по, значит, спилам и продержал еще целый год при комнатной температуре. После этого оно трескаться перестало. Я просто уже несколько таких сделал штуковин. И ни одна еще пока до сих пор не треснула. Хотя уже прошло полгода использования. Выставлено, чтобы он не дергался вперед. Сейчас я запиливаю так, чтобы вот где белая рыхлая граница и где-то 2 миллиметра. Значит, получается, это вот специально, чтобы ровная была поверхность. Это, чтобы не соскальзывало. Ну и дальше, собственно, берем шлифовальную машину. И начинаем шлифовать. Больше никакие инструменты нам сегодня не пригодятся. Делаем все простыми инструментами. Теперь вот этот вот краешек. На этом все у меня, друзья. Дальше будут фото готовой работы.